Грязь вперемешку с мусором. Сухой ручей на слободе чистит техника. Основное внимание на территории рядом с мостами в местах водопропускных труб. Последние работы такого плана в районе улицы Урицкого проходили давно, поэтому и без неожиданностей не обошлось. Выявлен ряд непредвиденных моментов, то есть трубы разошлись, поэтому вызвали специалистов, и сейчас принято решение о замене поврежденного участка. Грунт перемешался уже с мусором, и невозможно его дальнейшее применение, потому что из-за воды происходит его размывание, и все это идет на район. Строители избавят от мусора участок и укрепят берега скальной породой. Недавно привели в порядок систему ливневых стоков в районе тоннеля на Садовой. Продолжается работа по выявлению участков, необходимых к расчистке. Такие, в частности, это в основном в районе водопропускных труб, мелких мостов, в большей степени по территории микрорайона Слобода. Основная задача расчистки русла сухого ручья – не допустить поднятия уровня воды после ливней. Впереди август, традиционный сезон циклонов и тайфунов. А потому работы будут продолжаться системно, чтобы свести к минимуму возможность подтоплений. Евгений Михайлов, Игорь Антонов, Телемикс.